слаще. Я устала от дороги, ободрее. Наливай вина покрепче, твой черед меня утешит. И не спрашивай, что было, где была. Принеси ко мне гитару, песню спеть. Там, где была я, там много света. Там, где была я, все, все, любовь. Вертишь, ты можешь мне сказать прямо на чистоту, что ты имеешь в виду? Все только о нем только и говорят. А ты никого не слушаешь, никому не веришь. Что? Что я должна видеть? Да он тебя использует. Зарабатывает на тебе. Это же очевидно. Я тебя предупреждаю. Он хочет на тебе заработать. Этого не может быть. Слушай. Я ему очень верю. Я тебе не верю, понимаешь? Я тебе не верю. Открой глаза. Конкретно. Конкретно факты. Слушай, поставит камеру. Отснимет все, как ему надо. Посмотрим, побоюсь потом. Это на него не похоже. Это больше похоже на тебя. Ты не забывай, кто ты. Ты для него не женщина. Ты для него товар. Хорошо. Ну ладно. Все, пока.
Я поняла тебя. Я тебя предупредил. Будь осторожна. Я буду осторожна. Что же здесь такое происходит? Ты кто? А? Ты не понял, да? Обалдел, что ли? Я думаю, твои. Не твои. Смешно это. Ой. Так ты ничего не знал? Что я мог знать-то? Зачем ты меня сюда привел? Это ад какой-то кромешный. Да отличное место, самое лучшее. Я не понял, мне с тобой поговорить надо. Мне очень надо с тобой поговорить. Говорим, потом. Здесь будем зажигать. Что будем? Зажигать. Зажигать?
На лице вопрос, врут календари. Я на тебя смотрю и не узнаю. Мы приехали, не моя эта станция, улица не моя, и любовь моя не моя. Не моя эта станция, улица не моя, и любовь моя не моя. Нам нечего сказать, нечего сказать, так не говори. Пусть говорят глаза, говорят глаза. Мы приехали, не моя эта станция, улица не моя, и любовь моя не моя. Не моя эта станция, улица не моя, и любовь моя не моя. Ну, ты хотела поговорить со мной, да? Ну, самое место нашел. А чем тебе не место? Главное, что тихо и спокойно. Это место не для разговоров. Ну, а для чего же еще? Да здесь зажигать надо. Не знаю, сидеть и тихо размышлять о жизни. Дурак ты. А ты меня любишь хоть немножко-то? Ну, зачем тебе немножко? Ну, ладно. Заходи. Не прогонишь? Нет. Все ушли в осень. Только я в мае, ты меня больше не понимаешь. В городе пусто, все ушли в осень, без тебя грустно, с тобой и вовсе. Кто кого бросил, это не важно. Все ушли в осень, и теперь пляж мой. В городе пусто, все ушли в осень, лихо сажусь я в лодку без весел. Я кричу вольно, все ушли в осень, и меня волны над землей носят. Я одна в мае, все ушли в осень, не понимаешь ты меня больше.
Я кричу вольно, все ушли в осень, и меня волны над землей носят. Я одна в мае, все ушли в осень, это ж не важно, кто кого бросил. Кто кого бросил. Как очумевшая опять сегодня. Ой, я ей говорю. Ой, Алла, у тебя столько мужиков у тебя прям.
Отбоя нет. Представляешь, все пялятся на тебя. Она. Громче. Говорит, каких мужиков? Где ты видел? Стоим. Зачем мне это надо? Я говорю, как? В Унамисе. Ой, не надо мне ничего. А сегодня увидел такую историю. Умереть можно. Пришел. Лысый. Фу. Пришел? Значит. А я ей ресницы клею. Значит, такое настроение жуткое, все жуткое. И он вошел. Прямо она с лица сменилась вся. Такая вся. С одними ресницами. Одни ресницы есть, других нет такая. Я ей клею, она такая, ой, что это? А он говорит, это подарочек. И так ножкой так, а она ему. Ой, блин, думаю, что ж такое-то? Потом, значит, он ей бусечки. Держи. Коробочку ей так, это. Она обычно так делает. Что это? Ой, Алла Борисовна, это подарок? Ну ладно, положите там. А тут, значит, ой, что это? Ой. Аж прям такая. Ой, я ее никогда не забуду, такая смешная, я не могу. Вот так открыла. Ой, что это? А такая фигня подарок. Ой, бусечки. Вот так. Ой, провались ты пропадом. Вот так вот прикидывала, вот так вот. Фигня вообще. Безвкусица полная. Фу, лысый, блин, понимаете, что он может купить ей нормального? Вот так прикинула, как будто там бриллианты, прям умираю. Значит, она так свернула в коробочку. Пошла. Как только лысый меняется вся. Они звонили мне неделю назад. Меня аж тошнило от того, как у них все хорошо. Ведь много лет уже. Да у них всегда хорошо. Вот у них всегда все хорошо. С ними ничего не случится, я уверен. Потому что они тупые. Тупые. То есть ты хочешь сказать, что все хорошо бывает только у тупых? Только. Ну, нам тогда это не грозит. Одно утешение. Да ладно, вы как раз самые тупые. Так почему же тогда у нас тоже не все хорошо, а? Не знаю, сам разберись. Уже вот я чувствую, что... Я не знаю, я боюсь, я никогда не думала, что я такая трусиха. Да, счастье у дел отважных. Ней, я когда-нибудь тебе про это объясню. Ю, я фиштор, он фиштор, интет, урт, мен, ней, я когда-нибудь тебе про это. Окей. Я рингю де сценарий. Хедоп. Извини. Знаешь, вот такое ощущение, что все, что я говорю, все бесполезно. Может, вообще тебе нужен не кто-то, как я, а такой, вот знаешь, здоровый мужик, который пойдет с бейсбольной битой и проявит силу, вот такой. А почему не ты? Почему это не ты, интересно? Ну, это что-то новенькое будет, во всяком случае. Повторяю, что и ты, и ты, и ты.
сбывшихся снов. Болела тобой.